Привет, друзья. Давайте поработаем чуть-чуть, повеселимся. Здравствуйте. Здоровее видали. Вы кто такая? Вы уверены, что видали здоровее меня? Ну, сомневаюсь теперь. Денис Владимирович. Это вы? Да, вы кто? Забыли, я спросил. Денис Владимирович, меня зовут Сиченкова Наталья Ивановна, специалист компании МБА-17. Ведется запись разговора. И звоню я вам по задолженности вашей перед компанией «Мидкредит». Займы вас оформляли 17 марта 2021 года. И сумму для погашения за 97 дней уже накопили 53 тысячи 500 рублей. Внести этот платеж вам необходимо сегодня, максимум завтра, по 21 июля. Всю сумму вы собрали и оплачиваете в этот срок. Что, у меня в натуре такая здоровая, что ли? И еще скажи, 7 жизней у тебя, да? Да ты, блядь, жри поменьше. А вы все еще обо мне думаете? Да пиздец, как о тебе не думать? А вы все еще обо мне думаете? Да, к своему стыду. Так о долге своем надо думать, а не обо мне. Мне первый раз телка сообщает, что здоровее всех, кого я видел. Как заработать денежные средства, как содержать себя самостоятельно. Вот о чем должен думать мужчина 80-го года рождения, а не о женщинах, бля, понимаете? Ты ебнулась, как наверное, бля, ты пиздец. Я не сами сказать. А ты здоровая за счет чего? За счет того, что у тебя вместо мозгов говно, да, блядь? Вот, говорит, о чем должен думать мужчина 80-го. Да какая там личность, ты че, блядь? Вы меня слышите или нет? Вот это да, вот это ты дала, личность. Вы намерены добровольно расплачиваться с МИГ-кредит? Ладно, хорошо, окей, давай поговорим. Только скажи, сколько у тебя вес, блядь, когда ты последний раз на весы вставала, а не сломав их? Не надо мне тыкать, Денис Владимирович. Зачем вы так? Я вас не обижала, вы себя унижаете сами своими долгами по микрозаймам. Девочка, что ли, обижаться, блядь? Ты обиделась, да? Ты обиделась, да? Грешным делом, да? Слушайте, меня мужчины, которые хлеба себе не могут купить за свои деньги, в жизни не могут обидеть, понимаете? Да, я же понимаю, откуда агрессия, хам. Слушай, да я на расстоянии-то меня подташнивает при общении с тобой, блядь. Я вообще женщин тоже никогда не трогаю. 53 500, вы всю сумму оплачиваете в этот срок? Докажи сначала, что ты женщина. Или частично приступаете к платежам? Докажи сначала, что ты женщина. Женщина, а не голова говорящая, блядь, женщина, ёб твою мать, а вообще в твоей вам жизни... Вам кроме... зачем? У вас ваш да расчетный счет и ваш личный кабинет, где вы производите оплату. Зачем вам я? Я в общем говорю, мне ты нахуй не нужна, блядь, ни ты, ни твой голос, блядь. Мне не нужно, понимаете, чтобы я вам что-то доказывала. Я избирательно в круге общения. Я никогда не буду приближенных людей ко мне в должниках, да еще и пальцем по микрозаймам. Вдумайтесь, какой контингент там отдал денежные средства. Да пиздец, я представляю, поэтому какой контингент в твоем кругу общения. То же самое могу тебе сказать. Ну, то есть вы отказываетесь от добровольного исполнения этих обязательств. Слушай, сколько за твою рабочую смену тебя вот так вот макают в твое же дерьмо за день, а? И твой круг общения, да? Кто меня макает? Все те, кому... Кто меня вообще макает? Ну, я лично тебя, наверное, раз... Хоть один человек вообще есть в моей базе данных? База данных? Слушай, да ты до такой степени ебнутая, что ты людей считаешь базой данных. У меня только должники, мошенники, которые ищут выгоду, у нас живы, у которых не получается себя кормить, содержать. Только эти личности, они же никого не могут обидеть, не в состоянии. Они себя унизили этими долгами и кредитами. И сидят, понимаете, лихам. Это вот такая форма защиты у МБА «Финансы», у Вереста, у Первого коллекторского бюро, там НСВ, какие там еще, да? Это у вас такая форма защиты. А, вы должник по всему миру, да? Вы хотите сейчас мне похвалиться? По всей вселенной, ебанушка. По всему миру, и вас разыскивают все коллекторские агентства, да? Разыскивают, прям разыскивают, блядь. Ой, какой ужас. А что с вами не так, что вы живете с этим клеймом «должник» и, собственно, вас это не смущает? Вы дееспособность потеряли? Инвалидность первая не работает? Вообще, с каждым днем, в отличие от тебя, все здоровее и здоровее.
Но только я в формате интеллекта. Ну, то есть просто не умеете, а у тебя просто жопа, а у тебя да? жопа растет. И зависите, покормят вас, либо не покормят, так я понимаю? Ну, наверное, так ты и понимаешь, да. Ты, то так, есть, ты не всегда всех людей под, это, под эти грабли причесываешь, да? да. Но ты до такой степени ущербно, еще вы, раз повторю. А чего вы смеетесь? Вы потому над собой чего смеетесь? А что ты взяла? Скажите, это смешно по-вашему, что мужчина 80-го года рождения прокормить себя не может? Это смешно? Смешно по-вашему? Чего ты, дурочка, взяла, что я над собой смешно? Смешно осознавать, кого они воспитали. Ну, или родителям пиздец. Вашим смешно. Ты что, действительно думаешь, что у тебя голос красивый? Ты вопрос задаешь, но ты паузу дай. Мне вообще без разницы, что вы сейчас говорите. Так нахуя ты тут вообще воздух портишь, блядь? Что вы смеетесь над тем, что плачут ваши родители, да? Да кто тебе сказал, малохольная, что я смеюсь над собой? Я над тобой угораю, блядь. И мои родители нет, над такими, как ты, угорают. Нет, вы смеетесь над собой. Ну, я пиздец, не должен, ну хорошо. Поэтому я работаю. Да нахуя, блядь, да, конечно, вот ты пробовала, блядь. Тебе что там в трудовой что, напишут? Я в таком тоне, такому, как опять вы. Взыскала, нет, блядь. Общаться, да что ты будешь делать с тем, что мне похуй вот на то, что ты позволяешь? Идите работать, простите. Иди на... Небо за звездочкой, конечно, все хуже. Поможет. И носите оплату. До свидания. Ебанько там, твоя фамилия. Лучинка. До вот свидания, дура. Дура ебанько, блядь. Как за чужое. Прям трясет ее. За чужое тявкает. С утра до вечера. С утра до вечера. Алло, Максим Викторович, добрый день. Компания Центра финансов. Козлова Светлана. Скажите, пожалуйста, вот вы договор хотели продлить 2 дня назад в личном кабинете? Все, выдохнули. Алло. Алло. Выдохнули, хотим поинтересоваться, как что не получилось, когда было продлите. А вы кому звоните? Мы звоним Максиму Викторовичу. Здравствуйте. Здрасте. Так с этого и надо было начинать, уточнить, кто у телефона. Ну, а это что, разве не его телефон? Да его телефон. Точнее, позвонили вы на его телефон. Позвонили но... на его же личный номер. Ну, вы что, допускаете, что человек может пользоваться только своим номером и больше никому не доверить вот этот формат? Ну, мы же звоним, говорю вам, не на рабочий номер, не на корпоративный. Да какая разница? Номер, но я могу, я лично могу передать свой номер телефона в течение дня кому-то, верно? А вы так бабах, ну ладно, это пускай. Как говорится. Политически верно. То есть вы хотите сказать, что вы не Максим Викторович, правильно я понимаю? Утверждаю, заявляю в ультимативной форме, что я не он. Передайте ему, пожалуйста, информацию. Он не будет с вами беседовать в устном формате. Все пожелания, пожалуйста, в письменном виде ваши. В смысле, как это не будет? Потому что он не хочет. В смысле, он не хочет. Он сам взял займ в личном кабинете. То же самое, что хочет, только наоборот. Сам написал, до какого числа он хочет вернуть. Но он не честно хочет. Честно говоря, теперь, ну... если бы он вовремя оплатил, мы бы, конечно, тоже не хотели с ним общаться. Он мог бы также его продлить, либо закрыть. Он перехотел. Замечательно. Передайте ему, что сегодня до 7 часов он у нас не отчетное будет... завтра 20 число. Он ждем продления не его договора. Будет никому ничего больше оплачивать. Это сколько угодно. Дня, какая разница, сколько не платить? Хорошо, передайте тогда ему, пожалуйста, ждем мы продления его договора. Ну, ждите. Вам делать нечего, ждите. Здравствуйте, звонит Почта Банка 1 Заскания, старший специалист секрет Мария Михайловна. Ирина Федоровна, пригласите к телефону. Как ваше имя, отчество и фамилия еще раз, поотчетливее, если можно? Мария Михайловна меня зовут, а звоню наш Ирине Федоровне. А фамилию вашу можно услышать? Секлетова, теперь вы ответите на мой вопрос. Секлетова. Я в свою очередь представлюсь, меня зовут Дмитрий Евгеньевич Кузнецов. Общество с ограниченной ответственностью, АЛИАМ, правозащитное. Не перебивайте собеседника, пожалуйста. Так я не перебиваю, в принципе. Вы перебиваете. И что это означает? Вы конструктивный диалог будете? Подождите, мне очень любопытно, что у вас за позиция жизненная? Если вы мне звоните, то что... Вы выбрали, где проявлять. Мы звоним ей на ее личный мобильный. Так я пытаюсь объяснить вам. Владеть диалогом сама, Дмитрий.
Евгений, решили проблемы. Прошу обращения, я сильно старше вас и умнее, самое главное. Поэтому Дмитрий Евгеньевич ко мне, пожалуйста, будьте любезны обращаться. Какие-то обращения в суде? Я вас ставлю на место. Подозреваю, что с пустым местом разговариваю. Вы ставите нас на место? А вы кто такая, чтобы вас не поставить на место? Вы серьезно? Ну, ладно, мне в принципе после этого все понятно, Дмитрий. Меня зовут Дмитрий Евгеньевич, для вашей осведомленности. Даже фантазии не буду разрушать. Вы информацию доведете? В каком смысле фантазии? Я уже 48 лет Дмитрий Евгеньевич. Вы конструктивный диалог. Это раз. Вести. Я разговор с вами завершаю. Да мне все равно, что вы будете делать. Вы с ней не сможете выйти на связь никак. Она отдала свои дела, решение своих вопросов юристам. Угу. Вот именно. Вам, знаете, если бы вы были в силах решать чьи-то вопросы, вы бы точно бы не вели диалога с банком, уж тем более в подобном формате. Мужчина решает вопрос не таким способом. Что мне приехать туда, перчатку кинуть в физиономию какому-нибудь вашему там этому старшему эксперту или что? До какой степени? Что с вами происходит? Аллилуйя! Кто-нибудь, кто рядом там с ними, кто знает их, сбейте им корону с башки, желательно лопатой. По затылку, чтобы зацепило. Ух! Ах! Я, конечно, уже реже удивляюсь всему, что происходит, но все равно удивляюсь. Даниил Валерьевич, здравствуйте. Хали-гали, башмаки, сандалии. Кто я это? Представлюсь, это отдел по работе с задолженностью ООО. МКК «Турбозайм». Ура. Меня зовут Лазарева Ирина Владимировна, разговор записывается. Я разговариваю с Данилом Валерьевичем. Да, Ирочка. Звонок поступает по поводу вашего долга. У вас 14 дней просроченного платежа. И требования компании вопрос оплаты решить в течение суток. Данил Валерьевич, скажите, за 14 дней какую сумму подготовили к оплате? Я только тратил, Ира, только шух на кочерге я с друзьями вообще. Вот это жара была. Вот это мы дали стране угля. Хоть мелкого, но дохуя. Я крайне корректно с вами общаюсь, прошу взаимное корректное общение со мной. А что не так? Основная сумма на сегодняшний день это 2654 рубля 40 копеек. Слушай, Ирина, ты меня прости, если что. Я просто на кочерге, на пробку, как говорится, наступил. Еще не скоро. Или так, для тебя еще немножко, еще чуть-чуть. Конструктивной беседе готовы, либо я буду вынужден прервать разговор? Да, что хочешь, то и делай. Лучше приезжай к нам в гости, не пожалеешь. Я крайне корректно с вами общаюсь, прошу. Да, нету таких, зачем ты эпитеты эти, крайне, не крайне. Что ты умничаешь, крайне корректно. Есть просто термин корректно, некорректно, крайне корректно. Вы что, думаете, что вы умнее кажетесь, когда вот такие термины эксплуатируете? Крайне корректно. Ну, базару нет, ну просто... Вот прям из-под крышки интеллект прям так вот пучит мне. Я имею в виду вот эту крышку котелка вашего. Здравствуйте, банк МТС. Угу, здравствуйте. Меня зовут Валерий, разговор записывается со... Илью Андреевичем, могу слышать? Слушаю вас. Как вас зовут? Старовойтова Элла Олеговна. Элла. Ага. Олеговна. Звонок из управления по работе с задолженностью, 4-3-89 год вашего рождения, все верно? 4-3, это дата и месяц, ну да. 4-3-89, хорошо. Звонок в отношении карты кэшбэк, 29 дней задолженности, 1600 с округлением платеж за июнь. Первый платеж, Илья Андреевич. Скажите, вы еще не производили оплату? Да, знаете, сейчас я не скажу вам. Я вообще, если да, откровенно, я вообще перестал платить, ну, скорее всего, и туда тоже. Везде перестал платить. Это ваш первый платеж? Вы же недавно взяли карту. Ну, это у вас. Так-то много где брал. Ну, да. Я и говорю, то есть, ну да, это получается, что, коль я никуда не плачу, то и вам не плачу.
Ну, а с какой целью вы тогда взяли карту, если предполагали, что вы платить не будете? Да не, я так не думал, вообще без цели. Мне предлагают, каждый, как не зайдешь, как мимо не пройдешь, везде суют эту карту с этими кэшбэками, с этими кредитными лимитами. Блин, просто ну, нападают прям реально, вы не представляете, как этих торговых центрах, блин, по телефону. Дня не проходит, чтобы мне 3-4 раза ее не попытались втюхать эту вашу карту, и не только вашу. Ну, решил пойти навстречу. Вот уже 3 месяца подряд у всех беру эти карты, блин. Главное, говорю же, ребят, я, скорее всего, платить не буду ничего. Возьмите, это не наше дело, наше дело вам ее предложить. Ну, блин. Надо, так надо. Так, а, ну, вы взяли. А зачем весь лимит потратили? Ну, как зачем? Ну, для чего-то там нужен. А смысл? Я пробовал одно время, ну, по уму, да, взять, думаю, ну, полежит, денег-то своих достаточно. Нет, звонят, почему вы не эксплуатируете, почему вы не пользуетесь. То предлагают это, там, кэшбэки эти ваши. Это лирика. А? Но вы-то в данный момент являетесь должником, и это первое... Не-не-не, Элла Олеговна, я для вас проблемным клиентом являюсь, а должником меня только суд может признать. Потому что у человека очень много возможностей и прав, собственно говоря, тут либо иной шаг в отношении своего контрагента. Ну и обязанности, конечно. Ну да, я имею право на основании существования Конституции Российской Федерации где-то их игнорировать. Потому что не каждое игнорирование подразумевается действительно чистейшим игнорированием. Может быть, это... Статья 309, что должны обязательно... Совершенно верно. Вот с этими статьями как раз-таки статьи. У нас Гражданский кодекс носит заявительный характер, да. А заявлять официально с применением тех либо иных статей, я еще не закончил. Мне кажется, вам нужно подождать. Нет. Еще раз. Со статьями, пожалуйста. Да, правильно. И ждать ничего не надо. Просто в суд обращайтесь, и там видно будет. Вы не готовы и не будете оплачивать сейчас. Почему? Как только судья вынесет в моем отношении определение, что я вам должен, то тут же, прям через час пойду и все оплачу. То есть вы сейчас ерничаете, Илья Андреевич? А в каком смысле это вы так, как так воспринимаете? Я эксплуатирую права, предоставленные мне, собственно, Конституцией по праву рождения в этой стране. Ну, я вам говорю, вы начинаете гражданским кодексом манипулировать, я вам говорю, что гражданский кодекс как раз-таки носит заявительный характер, вы меня начинаете перебивать. И делаю выводы, что я говорю то, что вам не нравится. И вы демонстрируете отсутствие навыков вести диалог. Отсутствие навыков переговорном проспекте, процессе, да. А еще и тут пытаетесь демонстрировать свои какие-то качества воспитателя. Ну, это неправильно. Элла Олеговна. Илья Андреевич. Слушаю вас. Ни в коем случае не воспитателя, а сотрудника банка. С функциями воспитателя, да? Сегодня, 20.07, 1600 в отношении кредитной карты кэшбэк. Задолженность гаситься будет по требованию банка? Ну нет же, сказал же. Нет. Нет. Информирую о том, что... Банк вправе начислять вам пени по статье 330 ГК РФ. Неустойки, штрафы, пени. Каждый день будут начисляться сегодня. Ну, начисляется, это не значит, что я их обязан буду выплатить. А уж тем более штрафы. Докажете в суде, что это все уместно? То, конечно, сразу же пойду и выплачу. Сразу же, по решению суда. Банк передает информацию. Вы обязаны. Да, вы обязаны это делать. И, по-моему, даже чаще, чем ежемесячно. По-моему, каждые, по-моему, 3 дня. ГК РФ, агентский договор, может также и передать работу коллекторской компании. Ну а что тут? Элла Олеговна, что тут в этом такого? Это вот вы сейчас перечислили какие-то возможные санкции, что ли? Ну давайте по порядку. Ну первая санкция. Да, смотрите. Это называется, попытались меня... Ну дайте ответить. Да что же вы такая-то самолюбивая? Да без памятства. Вы же задали мне несколько вопросов, и ни на один еще не получили ответ, потому что не хотите его выслушать. И давайте я инициативу попробую перехватить у вас.
Итак. Только что сейчас задала вопрос, слушаю. Давайте. Очень значит, внимательно. По первому пункту, да, по поводу того, что там растут пени, штрафы и так далее. Ну, штрафы оплачивать по поводу какого-то там вашего аппетита я, естественно, не стану, пока вы в суде не докажете, что эти штрафы уместны. Пени, вполне возможно, я тоже выплачу, но только лишь по решению суда. Вы понимаете, да, что из-за этого вам нужно воспользоваться там, третьей статьей Гражданско-процессуального кодекса и обратиться в суд. Ну, а что касается обращения на фоне агентского договора к коллекторам, ну, перестаньте, неужели вы сейчас можете найти людей, которые... Это был не вопрос, Илья Андреевич. Это была констатация ваших намерений, да? Да, ну, это... Они не имеют... Вот все эти ваши заявления, никакого мотивирующего... Дополнительных номеров у вас больше не появилось. Это все, на что вы способны, да? Не готова с вами. То есть у вас такой диалог очень подготовленный, и на все апеллируете законодательством. А как надо? А как по-другому надо? Не работает. А как? Подождите. 8595. Ваш номер личный, других нет. Подождите. Вы все время вносите интригу на фоне своей какой-то невероятной экспертности и почему-то всепоглощающих знаний, как нужно вести диалог. Любви к тебе и к своей работе. Я зарегистрировала... Да мне все равно, что вы любите и как относитесь к своей работе. Я вам выразил свою гражданскую позицию. Отказ от оплаты вам зарегистрировала. Далее ведите диалог с другими сотрудниками. Либо вам будет звонить в банк и будет звонить вам по 230. Господи, соберитесь с мыслями. Скажите нормально, что мы ничего нового придумать пока не смогли. Пока что ничего нового в отношении таких, как вы, мы придумать не смогли. Поэтому, скорее всего, вы никак и никогда не отдадите нам эти деньги. Так, друзья, и самое главное, никого и никогда я не призывал брать и не отдавать. Пожалуйста, не нужно думать вот таким вот образом, что Кузнецов тут, чертик такой из табакерки, рассказал всем, как брать и не отдавать. Нет, просто разные ситуации у людей бывают. Плюс на фоне того, что эти кредиты раздаются всем налево и направо, надо или не надо человеку, вот здесь вот другой разговор. А если вы думаете, что точно так же можно там с соседом, с другом, с коллегой поступить, то категорически нет никогда. С банками, в случае, если у вас действительно сложная финансовая ситуация, я не то что говорю в плане рекомендации, это конкретное четкое указание. Не вздумайте платить по чуть-чуть. А если вы решили им не отдавать, то этого мало, просто взять и не отдавать, и вести себя как Кузнецов. У Кузнецова за спиной целый штат юристов. За этой стеной, которая за мной и передо мной, еще как минимум в одну сторону 3 кабинета, в другую, плюс по правую руку, по левую окно, а по правую руку еще ряд кабинетов. И там сидят специалисты, которые работают с делами наших клиентов. Понимаете, да? Как я еще много раз говорил, еще раз повторяю. Чтобы выйти из какой-либо ситуации, требуется комплекс мероприятий, выработка определенной линии защиты, нападения, определение алгоритма, что для вас выгоднее. Банкротство может быть, а может быть оптимизация вашей задолженности, создание условий, когда кредиторам, большинству из ваших кредиторов будет выгодно отказаться от претензий. И даже когда наши клиенты оказываются, точнее дела наших клиентов оказываются в суде, это не есть плохо, это есть очень хорошо. Да, порядка 80% всех эпизодов, с которыми обращаются к нам наши клиенты, не оказываются в суде. То есть идет четкий конкретный рабочий процесс, и мы даем вашим кредиторам понять, что не надо именно на вас в суд подавать, что даже если они подадут в суд, то только усугубят ситуацию. Да и они сами понимают, что для них, вот для банков, для МФО всевозможных, лучше всего, когда человек вот так отдает, ходит, отдает, там не ведется учет, никак не проследить, сколько отдал он за то, либо за это. В редких случаях, там, ну, в Сбере так может быть, все досконально. А так вот, понимаете, отдаешь, потом запрашиваешь выписку, а там еще больше, чем отдавал. И у нас некоторые
особо ретивые клиенты, ну, благодаря которым формируется негативная такая коалиция, да, которая против Алям. Да, вот есть вот недавно тут появился у нас один парень с женой. Начал пытаться тут правду, матку донести. Никогда не обращайтесь в эту компанию. Я к ним обратился, на меня подали в суд, и они все проиграли. И вместо того, чтобы просто продолжать сотрудничать, дело в том, что мы на год заключаем договор, и 12 платежей человек делает, и далее мы работаем, пока вопрос не закончится. Ну да, передали какие-то там эпизоды в суд. Такое, да, конечно, такое случается. Я же никогда не говорил, что если вы к нам пришли, то мы обязательно все суды выиграем, либо на вас вообще в суд не подадут. Да глупости, никогда я такого не говорил. Мы наоборот будем стараться, чтобы на вас в суд подали. И когда в суде просуживается долг, мы боремся... Сразу боремся, во-первых, еще в досудебном формате, чтобы им дать понять, что вот на этого человека, если вы и будете подавать исковое заявление, то, пожалуйста, умерьте свои аппетиты. Потому что вы знаете, если человек никуда не обращается, если человек никуда ничего не делает, то, как правило, когда ему приходит определение суда, он видит, что сумма долга его там выросла в 3, в 2 минимум раза. Если человек действительно грамотно к ситуации подходит, то на выходе в суде можно сумму сильно уменьшить. Да ладно, хорошо, проиграли по какой бы там ни было сумме. Да, я всегда говорю, какая разница, сколько не платить. Четкий грамотный подход, и можно сделать так, что и на фоне исполнительного производства тоже. Либо мы платим удобными платежами, и сумма долга гасится ровно на эту цифру, которую вы внесли. 500 рублей, 100 рублей. Это сильно лучше, если бы вы в банк эти 500 рублей занесли без просуженного долга. При условной сумме долга 100 тысяч рублей, допустим, да, и этот долг не просужен, вы просто должны, типа банк так решил, и вы раз занесли 500 рублей, хотя ежемесячный платеж, допустим, 3 тысячи рублей. Вот вы занесли эту тысячу или 500 рублей, и так делаете год, и что вы думаете, ну, условно, по 1000 рублей вы будете раз в месяц вносить, и у вас сумма долга через год уменьшится на 12 тысяч? Хренушки! Господа слишком бестолковые, которые потом на Алиам пишут всякую ересь. У вас через год сумма долга будет 150 в лучшем случае. А если вы его просудили, и вам эти 100 тысяч в формате определения вынесли, зафиксировали долг, да еще и расторгли договор, специалисты компании «Алям» делают все для того, чтобы в определении была графа «договор кредитный расторгнуть». И вот тогда, если вы будете по 500, либо по 1000 рублей платить, допустим, по 1000 судебному приставу, во-первых, судебный пристав совершенно спокойно будет вести исполнительное производство, и вы можете договориться, чтобы вам не арестовали ни счета, не закрывали выезды за границу. Приставу не нужны ваши деньги. Ему нужно, чтобы поступали деньги вот во исполнение 229 федерального закона об исполнительном производстве. Вот и все. Всегда можно прийти и сказать, я же плачу потихонечку. А для пристава на первом месте стоит не сумма долга, а возможности должника, конечно, они разные. Но сейчас формация очень сильно меняется, с ним можно договориться. А если вы еще под нашей защитой, вам всегда бы подсказали, рассказали, что-то там объяснили. А вот эти вот, допустим, персонажи, о которых сейчас я говорю, были недавно у нас на горизонте. Все, я дал команду не общаться. Он насрал на нас. Да, видите ли, с ним не связались по первому его звонку, не сразу ответили. Гляди, какая важная эта самая персона. У нас сотни человек, и все им отвечают, ладно бы что-то срочное было. Так вот, всегда выгодно, когда долг просужен. Еще лучше, конечно, когда создались условия, когда кредитор понял и не подал в суд. И так в 80% случаев наших клиентов происходит. Но если бы, допустим, человек ничего не делал, я не говорю, что он пошел, вам нужно идти именно к нам. Хорошо, ничего непостижимого здесь нет. Он, посчитайте комментарии. Люди сами, послушав Алям, сами послушав ролики на нашем канале, плейлист «Что делать, если», сами делают больше половины очень полезных для себя вещей. И так и говорят, да и не надо мне никому платить, я все сам могу сделать. Ну просто, да, какая-то доля усердия все-таки требуется, настойчивость. Ну и самое главное, не надо быть жертвой.
Хотя, думаю, вот именно жертвы так кричат. Ай, мне не помогли, ай, меня обманули. Да если бы ты не был жертва, тебя бы никто не обманул никогда. А ты, коль ты жертва, постоянно и ищешь вокруг себя подвох. И получаешь его. Кто ищет, тот всегда находит. Да, ты, конечно, со мной не согласишься. Но так и есть. Поверь успешному человеку. Я, если что-то в своей жизни получаю, результат какой-то, и если мне этот результат не нравится, я ни в коем случае не буду искать виноватых. Я в первую очередь задам сам себе вопрос, что я сделал для того, чтобы прийти к этой ситуации. Сейчас я не критикую твои шаги в сторону Алиам. Я критикую твои шаги до того, как ты обратился в Алиам. Как ты создал вокруг себя вот эту вот оболочку энергетическую, негативную. Что даже люди сделали работу для тебя, оптимизировали твои долги, жизнь твою успокоили. С приставами всегда, подчеркну, можно договориться, если от них не прятаться. А ты нас еще и гондурасишь. Да ради бога, мне все равно, сколько этого хейта я наслушался, начитался, раньше переживал, сейчас смеюсь. Ну что ты понаписал там, тебе же даже в комментариях вот так и ответили, как я тебе отвечаю. Примерно так. А ты там еще за политику даже цеплялся, против президента что-то там пытался качать. Ну да ладно, это отдельная история. Друзья, кому нужна юридическая защита, прежде чем принять решение о подписании договора с компанией «Алиам», бесплатно предлагаем вам проконсультироваться с нашими специалистами. Для этого оставьте заявочку у нас на сайте. Вас нигде и никак никто никогда не станет обманывать. Вам все расскажут, как есть, что вас ждет на самом деле. И если вы все правильно услышите, то вы сможете принять взвешенное решение. В 95% случаев люди думают, что все запущено. На самом деле, вполне рабочая ситуация. Оставляйте заявку, и с вами свяжется наш специалист. Обо всем поговорите. Мы работаем по всей стране. Ну, а я желаю вам счастья, здоровья, финансового благополучия, друзья, вам и вашим близким. С вами был Дмитрий Кузнецов. Скоро увидимся.